В администрации района состоялась рабочая встреча руководства восточного филиала Московской объединенной электросетевой компании с представителями предприятий и организаций, а также предпринимателями Щелковского района. МАЭСК занимается электроснабжением столичного региона и обеспечивает распределительную сетевую инфраструктуру. В нашем районе компания работает для не менее 70% потребителей электроэнергии, как для жителей, так и для предприятий и организаций. Встреча была нацелена на решение вопросов потребителей электроэнергии, занимающихся бизнесом в муниципалитете. Приглашенные в администрацию ответственные работники коммерческих организаций получили ответы на вопросы, связанные с подключением к энергосетям. Данные встречи мы проводим именно по всем районам и стараемся взаимодействовать именно с администрациями, ввиду того, что администрация уже на местах работает также с заявителями, знает, кому они выделяют, в том числе земельные участки под производство, либо еще что-то. На основании этого мы как раз разъясняем будущим нашим заявителям, что им необходимо сделать, чтобы они стали нашими клиентами. Инициатор рабочей встречи — администрация. В дальнейшем также будем набирать инвесторов, если у кого-то есть какие-то проблемные вопросы, мы будем вновь приглашать представителей МАЭСКО для разъяснения этих вопросов, ну и работать в частном порядке. Вот сейчас, к примеру, познакомились лично с заместителем руководителя филиала, вот, и готовы с ним работать напрямую в частном порядке по любым возникшим вопросам, если вот какие-то непредвиденные ситуации возникли. На встрече было сделано объявление о том, что 29 июня администрация района проводит в таком же формате встречу для предпринимателей с руководством другой, одной из крупнейших компаний, на этот раз газораспределительной, государственного унитарного предприятия Московской области «Мособлгаз». Те люди, которые модернизируют свое производство в части там расширения, им необходимо расширение по газу. Вот те люди, которые новое строительство проводят, новые цеха выстраивают, аналогично им требуется подключение к газу. У них возникает вопрос, а как это сделать, а что надо подать, а куда надо подать. Вот на все эти вопросы будут даны ответы. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».